Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Chef Games. Мы продолжаем прохождение Atomic Heart. И это уже третья серия. Давайте не будем ее затягивать и пойдем сразу разбираться, что и куда. Так, у меня показывает, значит, точка вот туда. У нас миссия все та же, это поиски Петрова и не попасться, так сказать, на кол к роботам. Так. Ага, опаньки, это что там за центрифуга? Да-да-да, опа, опа, это я люблю. Это я люблю. Ну, погнали, чё. Лечилки есть. У ворот. Оп. 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 Потом, наверное, другого можно будет... Другого пути вперед нет. Придется ехать. А, куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Комплекс Вавилов – одно из крупнейших подразделений предприятия 38... Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну и как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Это целый подземный город. Так, погоди. А как мне вот туда попасть? Можно разбить это? Видимо, нет. О, блин, да что это за... У меня с другой игры, что ли, привычка? Нажимать на выбор, на стрелять, а в итоге... Ладно, что, погнали. Как? Как вашу Машу туда попасть-то? Или мне пешком идти? Мне, наверное, пешком идти. Ой. Ну, короче, понятно. Тут просто замутка, что не попадитесь, так сказать. Ё-моё. Ну да. Ладно, пошли. Черт. А, пофиг на нее. Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяй. Погоди. Мне же не вниз? Не, мне вниз. А как я потом оттуда выйду? Блин. Попадос. Ну давай. Да чё ты? Мне туда, да, значит? Так, что-то это какая-то фигня, по-моему, да? Сейчас я посмотрю, что тут. Во. Ящики. Логично, что здесь заначка. Okay.
можно что-то собирать, нет? Я понял. Для возобновления работы ИИ требуется перезапуск системы управления. И как я должен ее перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Да неужели? Ой, тут даже комментировать нечего. Так, что-то там... Лиса. Открыть чертеж лиса. Давай посмотрим. Доступ разрешен. Да, оружие. Опа, недостаточно ресурсов. Лиса. Слушай, давай покупим маленько ресурсов. Да, остальное все еще не открыто. Сохранение данных. Ну, пойдем. Вот он, пульт. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Ладно. Смотрите, как же так? Это... что такое было? Где, че? Схема. Найди схему. Так, ну мне явно не туда. Вот прям явно. Хотя вот здесь, наверное, можно, да? Нет. Хоть что-нибудь. Схему. Найди схему. Сейчас найдем схему. Так, а схемы-то нет. Может, нарисовано, что где? Нет? Схема. Найди схему. Схема. Схема. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Так, стоять. Да блин. Что за... Товарищ. Смотритель. Как же так? Так. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. В смысле? Где мне эту сраную схему-то искать? А, ёка, блин. Схема. Поехали. Найди схему. Оп. И что я тут должен сделать-то? Смотритель, как же так? Ага. Я не думал, что мы лежим. Я там каждый уголок знаю. Прорвемся. Вот она. Твою же. И что я должен? Раз, два, три, четыре, вот как-то таким вот Крас. Образом. То есть это не покойник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От одной минуты до двух суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем... Ой, надеюсь, сработает. В
Фуникулерная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Извини, но сегодня я занят. Мы готовы к поездке. Погнали. 10, 9, 8, 7, 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. А, сука, куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу. Так, ну это было логично. Ну вот логично, вообще просто вот более чем логично. Ладно. Все как-то предсказуемо. Так, ладно. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. Да? На руках, по стене, как еще? Ой, в смысле? Да ты че, прикалываешься? Да ничего, просто вниз, наверное. Пошли. Воу-воу-воу-воу. Что-то как-то он слишком быстро проскакивает. Да что? Да. А дальше-то куда? Опять в полимер, что ли, нырять? Нет. Слушай, я чё-то ничего не понимаю. О, преодоление вертикальных препятствий, значит, просто вперед и пробел, трубы, еще чего-то, какая-то там тема. Давай, давай, давай. Мысли. И чё? Может, тут? Я не понял. Да и... Я застрял. Нет, это точно не здесь. Может, тут? И чё за прикол? И чё, дурак? Ай! Чё за... Так. Ага, дальше. Куда? Дальше туда. Вот это замутили, а? Твою мать, это было неожиданно. Да сейчас... Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы...
до наших дней не дожил. Это сейчас что было? Так, еле-еле я допрыгал. Честно сказать, пока очень непривычная механика. Да брось ты! Да иди лесом! Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Знаешь что? Да а в смысле? Да брось! Да как это проходить-то вообще? Да ёп! Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу! Да блин, ты чё такой шустрый? Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как ещё? Жесть! Фу, проскочил я, короче говоря, этого буравчика. Нет, честно сказать, это жесть. Я вот и говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я же за ними ухаживал, восхищался. Могу. Простите, я ушел. А, блин, смотри, черт. Черт бегает. Я вот и говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я же за ними ухаживал, восхищался. Могучие. Вы о чем? Буравы. Лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Так, почему... является нарушением закона и преследуется бабки. Ой, нет, знаете что? Простите, мне некогда. Да, конечно, конечно. Мертвая техника? Да я вот и говорю, дорогой товарищ. А, блин, да ё-моё! Я ж за ними ухтечки. Буравы. Всё, успокойся. Простите, мне некогда. Я думал, конечно, конечно. Обыскать его. Простите, надо. Простите, я ушел. Оказывается, это я с ним просто болтаю. Да, честно сказать, игра просто жесть, как перенасыщена информацией. Миллион коробок, миллион всего, а толку ноль. И куда мне идти? Наверх. Ну, естественно. Где этот пес бегающий, а? Так. Ох, ё. Так они прям мимо меня. Я тебя понял. О, бегом, 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 бегом. Комфортная была поездочка. Да уж комфортная, ничего не скажешь. Ну, конечно. Старший робототехник Александр.
Александр Ефремов. Вас ожидает. А, вот, наверное, что-то какой-то проход, да? Да. Хорошо, здесь ничего нету. Жиза. Хорошо. Сохранение данных. Да, тут еще надо смотреть и наверх. Где-то есть. Ну, сейчас они его. На! Стена. Это сложное охранное устройство. Ох, просто ты... так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Да ладно. Делов-то. Сейчас быстренько пройдем, да и все, что. Угу. Вот, наверное, да, деактиватор получается. Погнали. Уязвимые места роботов. Так. Товарищ младший инженер, в связи с участием с Вовчик. В целях само... Так, так, действия. Например, их отключение, в отличие от рабочих роботов. Рафики. Их вскрывать категорически запрещено, так как энергоэлемент в корпусе в случае извлечения не специалистом может детонировать. Отлично. И завести размыкающий цепь инструмент в паз, а затем вызовите техников. Я тебя понял. Воткнуть, короче, шило в зад. Так, это все не то. Это все не то. Милый, ты вернулся. Почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Озабоченная. Ага, давно не виделись, блин. Мне нужно пройти через лазерную стену. Желательно живым. Какая дурацкая идея, милый. Это так рискованно. Останься лучше со мной. Слышь. Я сделаю тебе все, что захочешь. Просто дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал! Я вся дрожу. Понести в меня свой полимер. Тихо. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, да... и мы сможем навсегда быть вместе. Так, тебе вот вдарить, ты... что ли? Или на куски разобрать? Милый, ты убьешь меня из-за какой-то дурацкой перчатки? Как же ты будешь жить без меня в этом мире, полном жестокости и насилия? Блестяще! Толку от тебя все равно никакого. Милый, но я не могу производить вещи из ничего. Для работы мне необходим полимер и другие компоненты. Помести в меня свой полимер, и я сделаю тебе много приятностей. Так, ну? Что? Что? Я должен взять. Ну хорошо. Ладно, давай, я понял. Поехали. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, милый. Приступаю к модернизации. Расслабься и получай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня еще и еще. Я тебе точно скоро вточу. Хватит! Да, да. Накажи меня, о мой повелитель. Обожаю доминантных самцов. Дичь какая-то.
Все, нет? Че? Завершить. Че надо? Тап. Защита установлена. Ага. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Так. Кади. Улучшение, да-ка. Есть у меня что? 19 полимеров. Так. Это установлено. Это установлено. Ой, 69. 75. А тут 40. Так, это шок. Что я у персонажа могу взять? 37. А у меня 19. А есть что подешевле? А-а-а. Так, что со стужей? 12. А что это такое? Генерирует криогенный полимер. Состав так подающийся в виде струи на противника. Полимерный щит. Сколько? 28. Мало. Энергия персонажа. Уай, 104. 82. Как все дорого стоит. Мысли получить я могу получить. Полимерный бросок. Нет, с чего я могу получить-то? У меня 19. Так, а что в шоке? В шоке 40. Так, персонаж. Вот, надо вот это прокачивать. 37, 27. Что это такое? Емкость кассетников. Нафиг. Последовательная модернизация костюма укрепляет ваше здоровье. Вот это надо подкопить надо маленько. Ну, пойдем. Что я должен сделать? Я должен... Че это я, дурак-то? Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Да, ага. Чуть не убил он нафиг. Ладно. Ладно. Хорошо. Где эти Васьки? Или Вовчики, или Васьки, кто они там? Рафики еще. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Вчеломей. Виктор, спасайся! Вчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну, стоять! Нарушение режима. Вызывается карантинный отряд. Так, лежать. Чё за... Чё за... Ой! Вась, 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 лежать, лежать. Тихо, 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 тихо. Да блин. Жахнет-то уже. Да блин. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да блин. Да примени ты уже. Где ты? Лежать. Ловко он командует роботами. Еще одно. Как своими собственными. И двери за собой как-то заперты. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть.
Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Вот упыри, а? Вечно они из-под тяжка где-то там нападают, блин. Чё это? Так. Чё-то эти жуки какие-то бешеные. Куда идти? Сюда, что ли? Вроде есть проход. Давай попробуем. А, не. Не канает. Так, вышечку. И... Опять ты? Ты хреновина, сюда иди. Опустись вниз, давай. Давай. Иди сюда. Ах ты. Лежать. Где ты? Зараза, а? Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Задолбали. Вижу я, куда идти. Ну чё, есть у меня патроны? Один. Ну хоть один на Васька. Ладно, пошли. Скажу откровенно, что-то мне не особо заходит Atomic Heart. Я по чесноку думал о нем как там поинтереснее. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с лутанием бесконечным, который вот уже просто пипец как напрягает. И вроде как бы надо... Потому что прокачиваешь оружие, а без оружия тут на самом деле действительно делать нечего. Потому что пипец, они все мощные. Тут поймал. Так, ладненько. Реально лутать надо все. Чем больше, тем лучше. Так, а тут опять, да? Это взломать надо. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Так, в смысле ее таскать? Что я должен с ней делать? Нахер.
Мне вот эту еще канитель надо открыть. Снова! Блин. Неужели, а? Фу. Честно сказать, уже начинает раздражать вот эта вот фиговина. Так, ладно. Где ты? Сюда иди. Что я должен сделать? А я могу ее забрать? О, блин, да хорош! Зараза, а? Ты чё? Иди отсюда. Вот. Первое впечатление об этой игре по первому видео, да? По первому видео, красочному такому, большому, обширному. Ну, кайф. Дальше мы попадаем в катакомбы, что мне уже, честно сказать, не особо уже нравится. Так, я какой-то ключ что взял? Непонятно. И начинается просто вечный лут. Что это такое? Погоди. И чё? Чтобы прокачаться, чтобы... Я не знаю, что сделать. Как всегда, мне нужно больше. Взломать замки. Взломать двери, причем такими шифрами, что это просто вот порвать и выкинуть. Все на кучу разных кнопок. Так. Блин, опять. Да что такое, а? Я же уже утонул. А, ё-моё. Так. Что я должен с тобой сделать? Твою... Да ладно. Это что было? Голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала по полу. Оу, воу, воу, воу. Успокойся. Я так предполагаю, это ненадолго. Ну, понятно. Господи, машины взбесились. Так, надо подлечиться маленько. И это уже порядком начинает раздражать, честно скажу. Так, 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 тут ничего такого нет. Все, запись. Запись. 40 минут у нас видео есть. Электроэмигенератор. Просто тьма, сколько информации. Просто тьма, сколько всяких приколюх. Как в этом на скорую руку разобраться, я не знаю. Мне кажется, вот есть у меня такое ощущение, что... Майор, оружие или способности?
Давай способности. Что там, поднакопил что-нибудь, нет? 36, слушай, неплохо. Что это? 40. А это 69. Накопил, да недостаточно. Так, это шок персонаж. Вот. 27. Что это? Йонгс кассет. А здесь 37. Блин, одной не хватает, а? Косюм это так, так, здоровье. Ладно, пока оставим. Пока оставим. Выберите еще желаемое действие. Еще разочек, давай-ка оружие. Недостаточно. Недостаточно, блин! Просто недостаточно. 95. Ну, вообще ни о чем. Ладно. Идем дальше. Сохранение данных. Идем дальше до следующего чекпоинта. Товарищ! Товарищ! Какая ты бешеная канитель. А тут ничего нет? Это я там, что ли, был? Да, это я там был. Так. Здесь, да? Спокойно, спокойно. Там бежит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Успокойся. Давай-ка мы за тобой пробежимся. Бегом. Бегом, бегом, бегом. Судя по всему, в альфа-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на борте. Сюда, нет? А куда-то? Я не понял. А, да хорош. Меня часто спрашивают. Тихо, 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 спокойно. Спокойствие! Туда? Мне туда? Я ничего не понимаю. Оп. Воу, 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 воу. Так, хорошо. Раз. Два. И так, как? Вот так, да? Ой! Не! Да чё ты меня бесишь, а? Я куда, по-твоему, должен? Сюда. Нет. Неужели я должен остановить эту канитель так, что я с нее должен залезть? Да это... Ну да. Блин, это трэш. Давай. Оп-оп-оп. Ну и как? Ну и как? Объясни мне. Не понимаю. Может, отсюда? Да? А, ну-ка. Беги, 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 беги. Раз. Раз. Да ну брось! В принципе. Ну как? Объясни.
Все, поплыли. Сюда иди! Иди сюда, говорю! Ай! Больно! Да ну! Ты чё, сумасшедший? Да, надо было сначала прыгнуть, потом нажать вперед и кнопку... Устра. Давай. Бэм, бэм, бэм. Тихо. Чё, чё, кто? Где ты? Бежать. Но. Собакерка, а? Так, все, ты достала меня. Опаньки, тихо. Бежать. Все, огонь. Наташка поет. Ай, Натаха. Мне ж не туда, а. Так. Есть что-нибудь еще интересное, а? Тут что? Ничего. Э, братан, я тут. Выходи. Давай сюда. Давай. Ну? Ну чё ты, а? Не можешь? А? Пёс. А мне туда. Осторожно, выход аэромашин. Ну, пока мне туда не надо. Вот это сейчас не понял. Там рыбы плавают. Так я еще и туда зайти могу? Ну погоди пока, погоди. Ой, ну конечно. Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Ну. Будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Круто. Ну. Понятно. Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки? Так вас раз так. Пойду искать колбы. Ё-моё. Перед вами немемориальный объект Луна. Символ советской лунной программы, явившийся первой крупной победой СССР... Куда я должен пойти искать? А, вон лежит этот. Советские космические аппараты... Колбятина. Так, что это? ...с точки зрения будущей колонизации, точек на поверхности Луны. Там, где через несколько лет взметнутся ввысь фермы... Одна есть. Советские луноходы взяли образцы грунта и успешно доставили их на Землю. Вскоре после этого аналогичные пробы грунта были взяты... И обе там, да? Программа подготовки к освоению ближайших планет так. Солнечной системы... Здесь не пройти. А это что? И? А, вот сюда. Вы не подскажете, который час, девушка?
номер 43260. Чертёж. На внеочередной социального контроля. Я не понял. И чё я сюда пришел? Тут нет ничего. А, вон дырка. Дырка — это хорошо. Дырка — это замечательно. А я могу? О, колба. Хе-хей. Вот она. Так, колба. Колба — это хорошо. Милый, наконец-то. Я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, да, ругай меня. Я была плохой девочкой и подвесила еще одного похотливого слизняка. Чего? Ты опять кого-то убила? Создать. Милый, ты так долго в меня не входил. Мне стало очень одиноко. Отлично. Я должна была развеяться. Хватит! Да как даже это прекратится? Не переживай за таких мелочей, милый. Я приготовила для тебя подарок. Обещаю, тебе понравится. Тебя хоть из розетки выдергивай. Скажи, милый, тебе понравилось? Так, электрическое оружие, энергетическое оружие. Вместо патронов использует энергию перчатки через включаемый привод. Я очень стараюсь. Где? О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся, поняла? Так. И... А где патроны? А, вон патроны справа. И... А они восстанавливаются? Непонятно. Так, ладно. Ну, пойдем дальше. Так, а ты мне... Можешь уже что-нибудь замутить? Ну-ка, погоди, раз уж я тут. Алло. Так, давай двоечку. Ага. Не, погоди, персонаж. Так, это мне достаточно. Давай получим. Укрепляю ваше здоровье, повышаю его максимальное значение. Да, отлично. Хочу. Хочу, да буду. Здесь ничего не хочу, здесь ничего не хочу. Открыта запись. В очередь на нерабочие выходные дни. Только для сотрудников среднего социального риска. Так, однерочка. Недостаточно, недостаточно. 95. Блин, еще собирать и собирать, а? Так, а давай... В смысле? Улучшение. Ага. Давай посмотрим, что у тебя можно улучшить. Поражающая головка. Эми. Чпок. Так. 12,7. Не хватает каких-то фрикаделек. Ствол. Ой-ой-ой, так, 16,9. Платиновые контакты. Увеличивает урон. Магазин. Так. Штатный ствол. Увеличивает урон. Давай возьмем. Давай. Давай. Вот так. Пока достаточно. Скорострельность. Так, 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 урон. Хорошо. Что у шведа тут интересного? Лезвие. Увеличивает бонус энергии. Не уверен. Мощный рубящий удар. Добавляет специальную атаку. Круговая атака. А сколько? Блин, нет. Зачем она у меня есть? А первый уровень еще
Не открыть, что ли? Ай, рукоятка. Так, анатомически подогнанная ручка. Увеличивает скорость атаки. Слушай, ну вот это надо. Давай возьмем. Нет. 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 И нет. Все. Вот. Вот. Вот чего мне не хватало. Чего мне и не хватало. Крас, зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонор? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться, а солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинья. Очень может быть. Ремшкаф Петров так и заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Ой, опять это. А-а-а, вот так, да? Опаньки, а вот и я. Та-та-ра-та-ра-та-ра-там. А чё я тут не забрал? Вторая есть. Ну? Готово. Вроде заработал. Так, ну давай попробуем. Да ладно! И чё толку-то от этого энергетического оружия, не скажешь мне? Или мне надо серию, конечно, не знаю. Блин, лечилок мало. Ага, все, сохранял. Ну, маленькое помещение. Пионерам на заметку. Чаще обращайтесь к ремшкафу Леонора. Не забывайте изучать активные навыки. Ну, естественно, логично. Чувствуется сеченовский размах. О-о-о. Что это за место, Крас? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Уже. Я думаю. Так, а тут что? Семенной фонд. Казна комплекса Вавилов. Ежедневно пополняющиеся как опытными образцами, созданными. Как интересно. А, блин, шкафчик. Да? А как туда попасть-то? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо. А, тут все... Оп-оп-оп-оп. Беги! О! Поперло музло. Эх, красота. Чертеж ПМ. Вот, кстати, ПМ. Тема. Так, одну секунду. Давай посмотрим, что надо для ПМ. Выберите желаемое действие. Хочу оружие. Так, ПМ. ПМ, 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 ПМ. ПМ. Недостаточно. Ну, естественно. О, пистолет Макарова. С
Слушай, ну пистолет Макарова, кстати, тема, да? Ой, а как его можно модернизировать-то, а? Так, ну ладно. Чё, я думаю, наверное, копим ресурсы потихонечку, да. Продолжаем дальнейшее прохождение. Давайте на этом завершим третью серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчики. Давайте поддержим мой канал. Для вас ничего сложного, а мне очень-очень-очень будет приятно. Так что выполните эти легкие действия. Вам не сложно, а мне будет гуд и кайф. Пока-пока.